32-ка с 50-й идут сюда. Сразу с двумя. Те даже тут вот на прострел этой фигни. 12 секунд поджимается и дать. Еще раз, куда и сам бить? Вот все тяжики вот в этих кустах стоят и целят вот сюда. Вот стрел 2, 50, 100 и 32 сюда. Я предполагаю, что сейчас там будет аналогов завод. Да они на воде будут стоять, так я говорю, да, на заводе. Они идут, смотри, о, что там? Не пробил. Давайте ли попадать. Ну это 46-й парень, 40%, он не пробивается. Я пробил его. Что? Подходим чуть ближе, что ты в бочину вот сюда вот подходим. Пока не проезжают. Ты, иди отсюда, что ты отсюда? Как же я хочу пострелять. Шесть вообще не понимает, да, что происходит? Нет. Сторона башни такой. Я вот смотрю, просто крутил башни. Проходим дальше сюда, вот тяжики сюда проходим. 90 сейчас на пору. Все, стой, вы пошел тогда, отъезжайте, все, убегайте. 90 там же. Ну-ка, давай на это. Чё? Вот так, тяжки, тяжки выходят сюда, 32 встречается тоже сюда, 50-100 оттягиваются сюда, со мной вместе, и ходите по кругу. Тяжки, вон у вас есть цель, стреляю. Вон 50-100 слева. 13-90 слева. 50-100 там будет, бог, бог. Рота-бота, что ли? Короче... 32-ка там выживешь? Ты знаешь, с этой стороны постарайся упасть на 50-100 этого. Рисуй, как тебе выхожу, тебе помогать что-то. Видите? Бля, ты мог много, рисуй, как ты сказал, вот цена говорится давно. Нужно было нам на 50-100 в линию вставать туда, на базу. Тяжки, с этой стороны заходи на 56-го. И с 3-го, с 90-го сюда. Эти группа сюда выходит. Это рисуй, умрет. К сожалению. Со стоит свет. Да. Забрали все с стороны. Зачем? Пускай стреляет. Ты думаешь, мы сейчас можем умереть? Я уже ничего не вижу. Не пробил. Я этого ИС-6 принципиально не пробиваю. Меня здесь третий не пробивает, халдуй. Сука знает, пока может стрелять с этим. Пишет тебе? Да, все он мне полетел. Он даже не целист. Не умирайте больше. Там не дать забрать. Я